Second day, they beat us and eat some from meat. Fifth day, they return, and it's another girl's turn. Да, на английской озвучке звучит гораздо страшнее. Sixth day, her screams we hear in our dreams. Seventh day, she grew as in her mouth they spew. Eighth day, we hated as she is violated. Ты издеваешься, что ли, Алистер? Алистер, ты... Ты конченый! What are you doing, иди? Собака, не пугай меня так больше, ладно? Как мы будем драться с той женщиной Ктулху с тентаклями, я не знаю. С такими идиотами в отряде. Ну, без вин, конечно, difficult. Now she does feast, as she's become the beast. Fourth day we wait. And fear for our fate. Fifth day they return, and it's another girl's turn. Девушка, с вами все в порядке? Я просто боюсь к ней подходить. Она такая маленькая, такая. Она просто левитирует и. Такая стесняшка прямо из себя вся. They make me eat. And then all I could do was wish Ларин went first. Ларин? I wished that upon her so that I would be spared. But I had to watch. They spit bile and blood in my mouth. О, что за японская порно? I would rather die than bring that with me. Than have her see me like this. I will not become what I have seen. Not Ларин, not Бронка. Эта женщина не хочет стать Ларином. Посмотрим на камушки. Это важно. Ой, ой, не надо в голову пукана, пожалуйста, заглядывать. Что за дверь? Я хочу туда попасть. И как туда попасть? Наверное, квест какой-то надо выполнить. Как смешно, лужа крови разлилась. They took Ларин. They made her eat the others, our friends. Они забрали Ларин. Ларин. Нахуй тебе. Нет, сейчас будет это вот в канале твориться. Дратути. Меня Пукан зовут. Приятно познакомиться. Это ужасно. А вы не хотите напасть на нее, я не знаю, а? Чё вы стоите, идиот? Нет, тентакли, тентакли. Это Ларин, да, как я поняла, и есть. Вот, Дим, смотри, что тебя ждет. Ты станешь жирной, вонючей маткой, и на глубинных тропах будешь рожать порождение тьмы. Не завидую я тебе. Ой. Пукана схватила матка. Пуканы-дукан, дас. Цева пуканы-дукан, дас. Он может даже засунуть себе в жопу свой меч. Прям как гребаный Гарри Поттер на метле сидит. Как этот на мече. В Хогвартс, ребят. Ой, она плюется. Прямо в Валестера, фу, бедный парень. Посмотрите, как он скорчился. Почему у него всегда такое лицо угарное? Это что за пердёж? Я не могу, мне так весело. Только Dragon Age, по-моему, может принести столько веселья. Просто посмотрите на это. Он такой, че? Все, матка, конец тебе, тварь. Фига. Тишина гробовая. И тут прям как будто молотком резко дождь ливанул. Я даже окно пойду открою. Вовремя дождь залил. Учитывая, что у меня тут мега серьезная битва. Ну, хоть что-то дала. Ох, как бедный Огрин, посмотрите. Все плохо. Все плохо. Вот так умирает Ларин. Все плохо. Я убила Ларина. The stone has punished me, dream friend.
I am dying of something worse than death. Betrayal. Красиво сказала. Надо в цитатник. Я умираю от чего-то страшнее, чем смерть. И это предательство. А я умираю от смеха в такие моменты. С первого раза, кстати. В принципе, не так уж сложно было. Я думала, будет хуже.